Сегодня 1 марта, а это уже говорит о том, что мы запускаем наш проект «Я хочу новое тело». Меня зовут Анастасия, по профессии инженер-технолог продуктов общественного питания. В данный момент сижу в декрете. Ну, цель у них у всех одна – это новое тело. Цель – хочу похудеть, так сказать, новое тело, подтянутое, красивое. В первую очередь для себя, ну, во вторую очередь для любимого мужа, чтобы ему было приятней. Приятно же смотреть на подтянутое тело. Наш проект будет выпущен в формате реалити-шоу. Ребята будут заниматься не только в групповых форматах, но и в формате персонального тренинга. Первая тренировка у нас стартует групповая 8 марта, и уже появились желающие с нее слинять. Эмоции зашкаливают. Будем активно наблюдать, кто тренировки эти посещает, кто не посещает. Вот, соответственно, будем, ну, я думаю, будем ругать, как-то наказывать дополнительными нагрузками. Главный результат. Мы где-нибудь сказали, что у нас проект как реалити-шоу будет? Я вот не, это понятно или нет людям? Все участники сдали по 1000 рублей в призовой фонд. У кого по итогам 3 месяцев будут лучшие результаты, тот возьмет все деньги себе. И уже мы будем иметь дело с его достижениями, оценить их и посмотреть, в общем-то, выбрать победителя. На текущий момент в призовом фонде 40 тысяч рублей. Хочу, конечно. Кто же не хочет? Подобралась команда достаточно активная и целеустремленная. Соревнования, все равно есть соревнования, это дух. Соперничество-то никто не отменял. Только вперед и ни шага назад. Если ты еще не успел записаться, или думаешь, или размышляешь о своем животике и так далее, то звони быстрее, быстрее, быстрее. 49-97-97. Будет еще больше людей, и приходите к нам. Следите за нами и обязательно увидите наш результат. Мы вас не подведем. Все это говорит о том, что, ребят, нужно смотреть, нужно быть в теме. Мы будем пристально следить за участниками, а вы следите за нами. Подписывайтесь, смотрите на нашем канале в YouTube. Да. И в группе ВКонтакте ZebraFitness34. Пишите обязательно на наш канал. Ты еще это не сделал? Боже мой, как ты живешь с этим? Всем участникам, наверное, хочется пожелать больше стойкости в поставленных целях, идти к ним, не сдаваясь. Значит, сегодня было первое собрание участников проекта «Я хочу новое тело», на котором одной из участниц было внесено предложение отменить первую групповую тренировку, которая состоится 8 марта. Вах, вах, вах. На что она получила ответ? Нет. Нет.